Поедим, оденемся и поедем домой. До этого приятную новость мама Елена уже сообщала трижды двум сестренкам и братику. На батарее греются ушастые комбинезоны. Четверняшки, которым почти 2 месяца, наконец собираются покинуть больницу. Они родились в октябре. 4 малыша сразу. По статистике, случай 1 на 600 000 беременностей. А здесь, в больнице, на Авангардной, таких и вовсе не было полвека. Кесарево сечение делал главврач. И с ним вместе в операционной находились еще 22 человека. Неонатологи, сестры, акушеры. Сегодня врач напутствовала Елену обычным в такой ситуации словом. Я сказала ей, что, Лена, все будет хорошо, крепитесь, да. И на самом деле мы готовы будем помочь. За эти 2 месяца малыши выросли, набрали вес и стали проявлять характер. Все абсолютно разные. Милана все время улыбается, Ева старается побольше спать, Вика постоянно просится на ручки. Артем, конечно же, он старается быть мужчиной такой там. Я подожду, хорошо? Папа малышей в затяжной командировке в Сибири. Домой вернется еще через несколько недель. Елена и бабушка Татьяна пока будут воспитывать детей сами. Привезем, потом видно будет. Пока работаем. Вице-губернатор города лично обещала Елене помочь с квартирой. Впрочем, спустя месяц молодой маме отказали. В Петербурге она живет меньше 10 лет. Сегодня вся компания возвращается в свою двушку 50 метров. Когда у одной мамы рождается сразу мини-группа детского сада и выписка превращается в процессию, 4 новых человека отправляются домой.